Здорово, чуваки, с вами Джеймс, это Калифорния, Ролеплей 100... Стой, подождите, я вспомню, какая 108-я серия, ребят. И в этой серии я также в полицейском департаменте. Сегодня я один, без никого, в общем, один. Так, давайте возьмем бронежилет, дигл и шотган. И одному в патруль мне нельзя, так что давайте посмотрим, может быть, есть кто-нибудь тут из главных, чтобы сдать тест, проверку, экзамен, точнее, members, ранг 13. Так, хорошо, в рацию пишем. Доброго дня, коллеги. Так, я пока курсантом являюсь академии, и давайте спросим, можно ли сдать экзамен на повышение. Так, вечер, да, мне уже отвечают тогда. Простите, вечер. Вечер добрый. Вот так. Блять, этот украинский что-то меня напрягает. Добрый. О, блять. РБ. Добрый. Блять. Добрый. Так, сейчас подождем, пока нам ответит, можно ли сдать экзамен нам на повышение. Если нет, то на посту стоять я не буду, так как это неинтересно. Отправлюсь в патруль, с кем, не знаю, надеюсь, что будет напарник какой-то. Но все же давайте посмотрим. Так, открылся у нас лифт. Воспользуемся, гараж. Лифт используется. А, вот, все, дверки закрылись. Телепортируемся в... гаражик. Никто нам не отвечает. Времени сейчас 17:22, 9 сентября. И отправляемся в патруль. Так, заводим машину, все включаем, мигалки. Давайте сразу сделаем, скопируем в чате водитель автомобиля немедленно, блять, немедленно прижмитесь к обочине и остановитесь. Так, не туда немного зашел. Заходим в чат, копируем это все, стираем, проверяем. Да, все у нас есть. Стираем, все, отправляемся в патруль. Дневной такой патруль, одиночный. В принципе, сам за преступниками я гнаться не буду. Я где-нибудь на посту буду стоять. Ух ты, сделали новые ворота, это довольно-таки... хорошо то, что их сделали. Такого я еще не видел, таких ворот. Так, ну давайте отправимся куда-то в сторону автошколы. Блин, уже разбил фару. Ну да ладно. Так, чекнем время. Тайм. 9 сентября, 19:23. Заступил в патруль. Курсант академии Дима Грозный. Мой бейджик 91. Сообщать в рацию я этого не буду, так как меня сразу же за это поругают, то, что я заступил в патруль. В общем, ребят, кому нравится мое хулиганство, то, что я тут сам такой вот заступил в патруль, ставьте Лукас, потому что, блядь, 108 серий уже, ребят, нифига себе, это много. Так, вообще вот за все время, пока отсутствовал я вот на сервере California Roleplay, много чего изменилось, новые администраторы, лидеры, заместители... Те, кто остались, старички, тех я знаю, но в основном они стоят на каких-то таких должностях, ну, которые не могут принимать. Ну, в основном это мой друг Кристиан Рэй, который
То в армии, то в ФБР, то в каком-то ПД, то в новостях, в больнице, везде, короче, крестьян есть. Так, давайте заедем на территорию автошколы. А разве вот тут можно парковать автомобили? Я не знаю. Ну да ладно, пускай автомобиль будет припаркован здесь. Вот еще один какой-то парень, тоже сам в патруле. Так, давайте займем пост возле въезда в Сан-Фьеро. Посмотрим, что там. Так, куда это поехал напарник? Непонятно. Да, отлично. Походу, парень вышел в АФК и поехал в воду. Или просто неадекватный какой-то. Ну ладно. Так, вон там эсхолог, кто-то доклады делает. Ну, пусть докладывает. Так, останавливаемся на красный. Так как мы полиция Сан-Фьеро, а полиция Сан-Фьеро самая самая лучшая полиция в мире. Так, где бы нам так повыгоднее занять пост, чтобы... Я вот уже знаю место, где я займу пост свой. Так, в принципе, на красный когда-то можно поворачивать. То дальше ехать нельзя по сплошной. А мы займем пост где-то вот тут, вот так. Вот так. Включим мигалку. И потушим этот двигатель. И будем ждать нарушителя, ребят, нарушителя. Так, тайм 9 сентября, 17:26, занял пост въезд в Сан-Фьеро, пост аэропорт вроде бы называется. Состояние спокойное, состав 1, курсант Дима Грозный, бейджик 91. Так, все, ждем нарушителя. Так, вот, заметили мы нарушение. Парень проехал на мотоцикле по встречке. Включаем в чате вот эту вот фигню. 41 ID вышел в АФК. Сейчас, скорее всего, офнится или он залагал. Так, вот он, вот он, вот он. Немедленно прижмитесь к обочине. Нон-РП, да уж, в чем тут нон-РП? К обочине. К обочине, сука! Какой? ИТ 41 репорт. Блять. Репорт ИТ 41. Неподчинение и нон-РП. Едем за этим парнем. Так, какой-то за нами пристал гонщик. Чё, хочешь меня подраконить? Говно сраное. Так, все, дальше я не поеду, потому что это уже не в моих правах туда выезжать. В общем, Калифорния изменилась в худшую сторону, игроки стали более наглыми. Я за ним подъехал, ехал точнее за ним, а мне пишут, что я еще на НРП, и репорт на меня пишут, да, отлично. Так, вернемся на наш пост. Нарушение было замечено двое, оба нарушителя скрылись. Так, тушим двигатель, прописываем команду time. 9 сентября 9 сентября 17:29 зафиксировано два нарушителя. Два нарушителя скрылись, оба неподчинение. Розыск выдавать я не могу, потому что я еще курсант. И, во-первых, кстати, по-моему, у меня даже еще и рации нет, так как я курсант. В общем, ждем следующего нарушителя, включаем мигалку. Я так понимаю, что вот здесь, вот на посту аэропорт нам ловить нечего. И отправимся тогда уже в патруль самого города, потому что
тут вот ребята решили меня просто погонять, и все. Так, тайм 17:32, 9 сентября, выехал с поста аэропорт и отправляюсь в патруль города Сан-Фьеро. Состояние стабильное, нарушение замечено двое. Двое нарушителей скрылись. Так, заворачиваем, все. Отправляемся в патруль. Ограничитель скорости включаем. Круиз-контроль правильней называется он. И патрулируем город как нормальный коп. Так, сбрасываем скорость. В принципе, в Сан-Фьеро, я так скажу, не особо весело быть в полиции, потому что тут нарушений намного меньше, чем в Лос-Сантосе, Лос-Вентуросе. Ну, в принципе, с одной стороны, это хорошо, то, что тут спокойно, с другой стороны, плохо. Чем, не знаю, но как-то это плоховато немножко. Так. О, Карл Тайсон, я помню Карла Тайсона еще. Когда я его когда-то давно принимал в полицейский... А нет, я его не принимал в полицейский департамент, я принимал Кристиана Рея в департамент. А Карл Тайсон тогда еще не был администратором, он тогда еще был в свате. Мы тогда угорали, танцевали в холле. В общем, страдали фигней. Как-то так. Сейчас с ним не особо так общаюсь, потому что новый аккаунт... Да он меня и не узнает, в принципе. Ну, давайте ради интереса проверим. Мы знаем его ID. ID. Так, слэш забыл. ID. Карл. 121. На самом деле, 121. QQ. Бро. Я ему всегда вот так вот писал. Сейчас посмотрим. Узнает ли он меня или нет. Или даст мут за то, что смс это не связь. Администрации. Да чё ж этот красный-то загорается постоянно? Ладно, проедем уже. Так, нам нужно срочно заехать в какую-нибудь пиццерию для того, чтобы покушать. А то я сейчас умру. С это что, аптека, да, вроде бы? Да, аптека. Зайдем в аптеку, сейчас закупимся. На то я так уйду. Из жизни во время патруля за рулем. Медицинский бинт, морфий. Склад магазина. Отлично, склад магазина пустой. Проверим, что у нас есть. Инвентарь, аптечка. Ничего нету. Инвентарь, наркотики. Использовать косяки. 20 до 26 хп пополнились. И отправимся в пиццерию. Для того, чтобы попить, что-то перекусить. Потому что, ну, это уже капец. Я так себя загнал в голод, точнее не в голод, а в жажду попить, потому что, не знаю, как-то не было на это все времени. Так, а где пицца? А, все, я знаю, где здесь есть бургершот. Вроде бы бургершот. Так. Ну, в принципе, вот так вот, если патрулировать Сан-Фьеро, то вроде бы спокойно все. Вроде нет никаких нарушений, но это все же... Немного скучновато. Да, вот бургершот здесь есть напротив заправки. Посмотрим, что тут у нас есть на складе, еда или нету. Паркуем машину. И, ребят, вот я не знаю, советуйте мне, в какую фракцию идти после полицейского департамента, продолжать карьеру свою в полиции или уйти в какой-нибудь монастырь. Я имею в виду, в смысле, фракцию, какую-нибудь банду или что-то еще. Так, Калифорния бургер, гамбургер. А воды тут никакой нету, да? Это плохо. Отмена. Надо найти кулер. Ладно, отправимся обратно в полицейский департамент. Припаркуем наш автомобиль на парковку. Попробуем еще раз сдать экзамен. И... Попьем там воды, там вроде бы должен быть кулер. Все такое. Так. И, ребятки, следующая серия выйдет, когда эта серия наберет 15 лайков. И тогда выходит следующая серия. Вот так, вот такие вот правила. В принципе, это в начале ролика будет на вашем экране, что по поводу 15 лайков. Набираем 15 лайков, выходит серия.
Вот, видите, во что превратилась Калифорния? CNN до чего скатилась. Angel Cingarelli или Ангело, я не знаю, как Angel Cingarelli, в общем, пишет: поиск. Ищу шкуру. О себе. Люблю шкуру. Шкура — это, по-моему, был Виктор Буров. Насколько я помню, его все шкура называют. В скайпе он шкура подписан. Ну, раньше бы за такое, я не знаю, что ему сделали. Его уволили и дали, я не знаю, ну, по крайней мере, мут 100% бы дали. Так. Паркуем тачку тут. И выходим. Зайдем сейчас в полицейский департамент, попьем воды. Блин, хп все равно мало становится. Что-то вот вообще прям не знаю. Этот парень все так же тут стоит, на этом посту. Ну ладно, пусть стоит, что им мешать не буду. Так, вот кулер. А, это не питьевой кулер. А где питьевой? Есть тут вообще такой. Это рэпчик. Так, это комната для допросов. Надо найти кулер, ребят. Его надо найти как можно быстрее. Вот какой-то стоит. Хоть бы... Может... Да, вот. Можно пить из кулера. Отлично. Давай, братуха, пей. Пей, 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 пей. Все, сейчас закидаемся где-нибудь в туалете наркотиками, чтобы по РП все это было. Где тут туалет, кстати? Нужно найти туалет. Так, столовая. Нет, столовая нам не нужна. Нам нужен... В принципе, можно в раздевалке закидаться. Тут за шкафчиком стать. Скинуть. Вот этот вот спранк или что? Это и закидаться тут наркотиками. Так, пропишем команду pocket. Блять, с двумя слэшами в департамент. Напердели уже много. Вот как вот это так? Я же положил в карман. Чё это за бред такой? Инвентарь. Наркотики. 38. Используем. Так, значит. Наркотики. Использовать. Наркотики. Ой, чуть-чуть не туда зашли. Наркотики. Косяки. Использовать. 65 хп. И давайте еще разок используем. Использовать. Все, до 80 хп пополнили себе жизнь. И в рацию можно ли сдать. Нет, стоп, сдать пишется вот так. Сдать экзамен для повышения. Так, спросим во второй раз, можно ли сдать. А вот, кстати, туалет можно ли сдать. Если нам не ответят, то, в принципе, на этом я закончу. А следующая серия выйдет уже, когда наберется 15 лукасов, пацаны. Так что давайте, ставьте лукасы и ждите новой серии. Так, давайте подождем, ну, я не знаю, минутки две, если никто нам ничего не ответит. То можно будет закончить на этом. Давайте еще раз спросим. Так. А вот, в принципе, можно ли сдать экзамен для повышения? Заебись, крашнул самп, походу. Вот, ребятки, вот на вот этой вот ноте у меня крашнулся самп, так что, в принципе, я уже знаю, что мне бы никто не ответил, потому что принимать экзамен у меня никто не хотел. Следующая серия, я повторюсь, выйдет, когда наберется 15 лайков. Ну и на этом все, с вами был Джеймс Сбро, мой игровой ник Дима Грозный. Всем пока! Блядь, что я сказал? Какой нахуй пока? Заразили меня уже с этим пока. Адиос, амигос!